Казахстане продолжаются мероприятия по иммунизации населения. Жители северного региона активно ревакцинируются. В первой городской поликлинике Петропавловска ежедневно около 60 человек. Подробности далее. Кампания по ревакцинации населения страны стартовала 22 ноября 2021 года и продолжается по сей день. Каждый день во вторую городскую поликлинику обращается около 60 граждан для проведения второй прививки против коронавируса. Люди приходят, заполняют информированное согласие, заходят в кабинет, проводится медосмотр, проверяется пульс, сатурация, измеряется давление. Выписывается допуск и идут, собственно, ставить прививку. Стоит отметить, что для ревакцинации на данный момент доступна только одна вакцина – КазВак. По словам жителей, чтобы выработать коллективный иммунитет, важно привиться каждому человеку. Побаиваюсь ставить ее. У меня жена поставила, теща поставила. Вот я решил поставить. Ага. Но они давно поставили, уже как бы нормально. Если мы все получим вакцинацию, то у нас будет единый иммунитет, выработается у всего населения. И все-таки, конечно, я думаю, что это вот самое главное – вакцинация. Думаю, что и советую всем ревакцинироваться, вакцинироваться. И не бояться, потому что вот чувствую себя отлично. Специалисты отмечают, после получения прививки в течение 30 минут пациенту необходимо наблюдение врача. Следующие 3 дня медицинский персонал будет узнавать о самочувствии человека по телефону. Мадина Нуркина, Раимбек Бегужаев, служба новостей.